Великом Победоносе! Успели, командир. Вам пришлось драться с порождениями тьмы? И все равно больше, чем мы ожидали. Я обследовал туннели, а потом укрылся здесь, чтобы не столкнуться с порождениями тьмы. Большинство этих туннелей тупики. Тот, который нам нужен, просто кишит тварями. Драки не миновать. Как скажете. Тогда вперед! Нам надо спешить. Нам стоит поторопиться. Вы пришли, а я уж было решил, что до вас добрались порождения тьмы. О, тогда если на вас нападут, я буду прятаться за вас. Нужный нам туннель прямо, но там есть следы порождений тьмы. Надо быть начеку. Я с вами.
Слышал. Кажется, нас кто-то опередил. Эту тварь убили совсем недавно. Кто бы ни открыл эту дверь, он наверняка еще внутри. Или один из ваших родичей решил единолично отхватить себе славы. Ясное дело. Пойдемте, ребята. Наконец-то вы явились. Мы уж начали переживать, не скушали ли вас по дороге. А этот щит не так легко добыть, как мне говорили. Впрочем, ты-то наверняка знаешь, где его искать. Так что лучше выкладывай сразу. Тогда так и быть не буду уродовать твой труп до неузнаваемости. Вот незадача-то. Убейте их, ребята. Мы и сами найдем этот щит. Не вышло! Oh.
же кольцо с печатью Эдуканов. Так вот, как они сюда проникли. Конечно, милорд. Вы слышали приказ, ребята? Начинаем. Начинаем. Начали. Вот он, этот зал. Как же мы добудем щит? Эй, вы двое, осмотрите зал. Вдруг что-нибудь заметите. Похоже, некоторые плитки отличаются от остальных. Победа! Вот щит! Какой-то у него вид невзрачный. Ну да, с тех пор искусство наших мастеров шагнуло далеко. И все же это он, щит Эдукана. Да, я сам это чувствую. Один вид его вдохновляет. Говорите, что хотите, а по мне, так это просто щит. Мы должны успеть к месту встречи. В той стороне, откуда мы пришли, на перекрестке. На перекресток! Вы слышали? Может? Тогда опять наемник? Может. Если Триан впрямь что-то задумал, перекресток — самое подходящее место для засады. А у нас с собой щит, и мы совсем одни. Хотел бы я так в это верить. О чем это вы там шепчетесь? Чудненько, будто нам одних порождений тьмы мало. Смотри в оба. А-а-а!
клянусь камнем, это Триан. Наверное, на него напали порождения тьмы. Нет, на них не похоже. Не видно ни укусов, ни царапин и никаких увечий. Кто-то идет. Скорее, отец, пока еще не... Во имя предков, что здесь произошло? Похоже, мы опоздали. Белин был прав. Сын мой, скажи, что глаза обманывают меня. Однако тебе хватило времени убить Триана? Милорд не виновен. Сэр Горим, преданность обвиняемому не позволяет тебе свидетельствовать. Пусть говорят ваши спутники. Разведчик, расскажи, что здесь произошло. Когда мы пришли, тут уже был Триан с солдатами. Похоже, им уже пришлось подраться с порождениями тьмы. Лорд Эдукан направился к ним, по-дружески. Но когда мы подошли, приказал атаковать. Фрэндлин Айво, ты честный и благородный гном. Скажи, разведчик говорил правду? Он... Да, милорд, правду. Это было ужасно. Принц Триан не успел защититься. А потом милорд снял с его руки кольцо с печаткой. Ах ты, лживый ублюдок! Молчать, Горим! Что еще ты можешь сказать, сын мой? Ох, как бы я хотел в это поверить! Наденьте на него цепи, его будет судить совет. Варзамар. Приказ, сами понимаете. Да, конечно. Ты только оставь нас одних, ладно? Хорошо, сэр. Я пришел бы раньше, да не пускали. Как вы? Так себе. Я принес вам неутешительные вести. Совет и не намерен вас вызывать. Белин занял место Триана в совете. Он предложил сразу вынести вам приговор. Его поддержали. У него в руках добрая половина совета, и все они готовы голосовать за то, что попирает все законы и традиции. Он, должно быть, долго все это готовил. Несколько месяцев, если не лет. Заключал союзы, подкупал, шантажировал. Совет уже вынес приговор нам обоим. Мое имя вычеркнуто из семейных хроник. Меня лишат рыцарства. Но все же оставят в живых и разрешат уйти на поверхность. Лорд Харроумонт предлагал такое же наказание и для вас. Но сторонников Белина было больше. Вас замуруют на глубинных тропах, чтобы вы дрались с порождениями тьмы, пока вы можете избежать ее, милорд. Лорд Харроумонт помог мне встретиться с вами, чтобы я мог вас предупредить. Дункан и Серые Стражи сейчас на глубинных тропах, как раз рядом с тем местом, где хотят оставить вас.
Если вы выживете и найдете серых стражей, то сможете присоединиться к Дункану и спастись. Что ж, тогда тем более есть на что надеяться. Главное продержаться и найти их, и тогда вы спасены. Да, мы недооценили Белина, но и он недооценил вас. Я умолял, чтобы мне позволили отправиться с вами, но приспешники Белина не хотели и слышать об этом. Я бы отдал всю на свете безопасность, только бы идти с вами по глубинным тропам. Наше время истекло. Да укрепит вас камень и да охранят совершенные. Я всегда буду верен вам, милорд. Теперь ваша очередь. Осужденный прибыл, лорд Харумонт. Осужденный и Дукан, вы признаны Советом Арзамара виновным в братоубийстве и приговариваетесь к изгнанию и смерти. Ваше имя будет вычеркнуто из семейных хроник. Вас больше не существует, и о вас никто больше не вспомнит. Вас оставят на глубинных тропах только с мечом и щитом, чтобы, сразившись с врагами Арзамара, вы искупили преступление смертью. Что вы можете сказать перед тем, как приговор будет приведен в исполнение? Мне понятен ваш гнев. Вас лишили возможности защищаться. Если бы это было в моей власти, я бы такого не допустил. Посмотрите мне в глаза и скажите, что не убивали Триана ради отца. Я вам верю. Выходит, все это с начала до конца подстроил Белин. Поверьте, я не пожалею сил, чтобы не дать Белину насладиться плодами его деяний. Ваш отец просил передать вот это. Меч и щит — лучший гномьей работы. Бейте наших врагов, покуда хватит сил. Скажу. Открой дверь и выпусти осужденного. Да примет вас камень, когда вы падете.
Клянусь создателем, это гном. Принц Эдукан, что ты здесь делаешь один? Где твои воины? И я рад, но у меня все же масса вопросов. И первый, почему ты оказался здесь совсем один? Могу я спросить, что случилось? Значит, тебя отправили на глубинные тропы. То есть тебя изгнали? Что случилось? Не думаю, что дела чести гномов касаются нас. Можешь не отвечать, друг. Лорд Триан? Понимаю. Беспощадные интриги гномьего двора. Твой отец мне о них рассказывал. Не пристало тебе скитаться по глубинным тропам и погибнуть за то, чего ты не совершал. Ты уже доказал свою находчивость и воинское мастерство. Впрочем, иного я от Эдукана не ожидал. Помнишь, ты тогда сказал, что хочешь стать Серым Стражем? Знаю, ты не так себе все представлял, но ты все еще можешь достичь славы. Как вождь Серых Стражей Ферелдена, я предлагаю тебе вступить в наш орден. Тогда добро пожаловать в орден. Мы немедленно отправимся в Астагар и присоединимся к войскам людей, которые король Кайлан ведет навстречу порождениям тьмы. А пока не отходи от нас, тут эти твари за каждым углом. Мы направимся на юг через внутренние области страны, к руинам Остагара. Империя Тевинтер возвела Остагар, чтобы помешать жителям диких земель вторгаться на северные равнины. Так что мы недаром готовимся к бою, хотя и с другим врагом. Королевские войска уже провели несколько боев с порождениями тьмы. Именно здесь на нас двинутся основные силы Орды. Серых Стражей сейчас в Ферелдене немного, но все, кто есть, находятся здесь. Мор должен быть остановлен здесь и сейчас. Если он распространится на север, Ферелден падет. Эй, Дункан! Король Кайлан? Я не ожидал. Что король сам выйдет тебе навстречу? Я уж боялся, что ты пропустишь этакую потеху. Кто я? Да ни за что на свете, ваше величество. Значит, я все же выйду в битву бок о бок с могучим Дунканом. Великолепно. Стражи сказали, что ты отыскал весьма одаренного рекрута. Я так понимаю, что это он? Ваше величество, разрешите представить? Не нужно формальностей, Дункан. Нам ведь суждено вместе проливать кровь. Приветствую тебя, друг. Могу я узнать твое имя? Искренне рад нашему знакомству. Серые Стражи усердно стремятся пополнить свои ряды, и я с радостью им в этом помогаю. Приятно встретить за пределами Арзамара сына доблестного и благородного народа. Я всегда хотел узнать о них побольше. Может быть, ты меня как-нибудь просветишь? И пожелаю. Прикажу, чтобы из королевских погребов доставили наилучшее гномье пиво. Разумеется, после того, как мы покончим с Мором. Мне довелось побывать в Арзамаре. Много лет назад король Эндрин пригласил моего отца на великие испытания. Кстати, как сейчас поживает Эндрин? Что ж, похоже, твоя история будет даже интереснее, чем я предполагал. Позволь мне быть первым, кто скажет тебе «Добро пожаловать в Астагар». Серые Стражи никогда не пожалеют о том, что приняли тебя. Жаль прерывать нашу беседу, но мне пора вернуться в шатер. Лагейн с нетерпением ждет возможности заморочить меня до полусмерти своими тактическими выкладками. Твой дядя шлет тебе наилучшие пожелания и напоминает, что войско Рэдклиффа может прибыть сюда меньше, чем за неделю. Ха! Эамон просто хочет примазаться к нашей славе. Мы выиграли уже 3 битвы с этими чудовищами, а завтра выиграем и 4-ю. Я даже не уверен, что это настоящий мор.
порождений тьмы на поле боя хватает. Но, увы, пока еще мы не видели архидемона. Вы разочарованы, Ваше Величество? Я мечтал, что это будет такая война, как в старинных сказках. И король плечом к плечу с легендарными серыми стражами ринулся в битву с мерзостным богом тьмы. Что ж, придется смириться с тем, что есть. Мне надо идти, пока Лагейн не выслал людей на поиски. До встречи, серые стражи. Король сказал правду. Здесь было одержано несколько побед над порождениями тьмы. Верно. Победы победами, но орда порождений тьмы с каждым днем все растет. Похоже, уже сейчас они превосходят нас числом. Я знаю, за всем этим стоит архидемон, но я же не могу просить короля действовать согласно моим предчувствиям. Подождать подкреплений. Мы послали гонца к серым стражам Орлея, но пройдет много дней, прежде чем они смогут присоединиться к нам. В Ферлдене нас слишком мало. Остается одно — делать то, что в наших силах, и ждать войск Тейрна Логейна. Так что не будем тянуть с ритуалом посвящения. Отдыхай, осваивайся в лагере. У меня только одна просьба — пока не покидай его пределов. В лагере есть еще один серый страж, Алистер. Когда будешь готов, отыщи его и скажи, что настало время собрать остальных новобранцев. А пока у меня есть неотложные дела. Если понадоблюсь, я в шатре серых стражей за этим мостом. Это сделаю. Начали. Ты, наверное, новобранец серых страж. Бьюсь об заклад, в этом месте уже 1000 лет не было так людно. Куда ты хочешь попасть? Могу. Я так понимаю, когда-то здесь была крепость. Давным-давно из диких земель шли набеги на равнины. Ты был на восточной стороне развалин. Там стоит башня Ишала, но Тейрон Лагейн закрыл ее до битвы. На этой стороне королевский лагерь. Тут у нас и серые стражи, и круг магов, и церковь. Словом, куда ни плюнь, везде важные шишки.
Валяй. Что ж, тогда удачи. Привет тебе. Приветствую тебя. Короля Кайлана сейчас нет в шатре. Вижу-то я его часто, но думаю, что мне не стоит сплетничать с тобой, а как пожелаешь. Перед тобой шатер Тейрна Лагейна. Говори, что тебе нужно. Да, он у себя, но... Не мое это дело рассуждать, чем занят Тейрн. Не мели чушь. Тейрн не дает аудиенцию, кому попало, кто приходит к его шатру. Правда? Ну, я же этого не знал. Подожди здесь, я сейчас сообщу Тейрну. Ну, в чем дело? А, я так понимаю, ты тот новичок, которого Дункан взял в Серой Страже. Кайлан просто без ума от Серых Стражей. Ты знаешь, что его отец вернул ваш орден Фарелден? Стражи хороши, не спорю, только они вовсе не пуп земли, как считает Кайлан. Ты не из наземных гномов, это видно по глазам. Хитро придумали Серые Стражи набирать новобранцев в Арзамаре. Полагаю, ты поскачешь в самую гущу боя вместе с другими стражами, не так ли? Хочешь прославиться? Что ж, по крайней мере, честно. Мне пора вернуться к делам. А ты, если знаешь молитвы, помолись, чтобы наш король услышал голос разума. Он сын Мерика и правитель моего любимого Фералдена. И еще он очень молод. Я стараюсь помнить об этом. Помни и ты. Стой! Не трогай труп! Мы его сожжем, чтобы никто не заразился! Последний отряд разведки вернулся прошлой ночью. То есть, вернее, сказать... Глядите внимательно, парни. Вот это уродина по рождению. Что? Здесь эльф? Как тебя звать? Меня зовут Пик. Иди скажи Тейрну Лагейну, что отряд готов к выступлению. Если мы обнаружим что-то, дадим знать. Будет исполнено, сэр. Прошу прощения, могу ли я чем-то помочь? Я доставляю послание для тех, кто в лагере. У вас для меня есть поручение? Вы хотите со мной поговорить? У меня же... В таком случае что? А, погодите-ка. Не вам ли я должен передать меч сэра Гарлина? Кузнец с ним, кажется, закончил. Прямо гора с плеч. А ведь чуть не забыл. Погодите-ка, вы же из этих серых стражей, верно? Зачем вам тогда меч Сера Гарлина? Вы хотели меня разыграть? Вы хоть представляете, что со мной сделали бы, отдая вам меч Сера Гарлина? Вы не посмеете! Но... Прошу вас, умоляю... Не делайте этого! Они же повесят меня хоть так, хоть эдак! Я... сдаюсь. Вы слишком жестоки.
Вот меч Сера Гарлина. Ну, что я им скажу? Я... Ну что ж. Я это сделаю. Ты и есть гном, который стал Серым Стражем. Достойное решение. Большинство гномов неохотно выходят на поверхность. Видимо, что-то поменялось. Ты что-то хотел? У нас нет времени на праздные беседы. Конечно нет. Ты должен знать, что мы воины пепла.